Книга протоиерея Геннадия Фаста «В Бога богатейте. Проповеди. 2020 год. Свидетельство о Христе перед людьми. В день всех святых». В евангельском чтении мы слышали слова Христа, которые указывают нам путь. А как стать святым? Господь Иисус говорит: «Всякий, кто исповедует Меня перед людьми, того исповедую Я пред Отцом Моим Небесным. А кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред Отцом Моим Небесным». Матфея, 10 глава, 32-33 стихи. Итак, Господь предлагает нам путь к святости, чтобы мы, не стесняясь, перед людьми исповедовали Христа. И наоборот, даже грозит, если вдруг мы этого делать не будем. Прежде чем размышлять об этом, надо устранить одно недоразумение. Как же так? Почему делать это надо перед людьми? Разве Господь Иисус сам не учил нас: «Не творите своей милости не перед людьми»? Матфея, 6 глава, 1 стих. Разве Господь Иисус не учил нас: «Пусть левая твоя рука не знает, что делает правая»? Матфея, 6 глава, 3 стих. Не то, чтобы еще люди про это знали. Разве Господь Иисус нас не предостерегал строго: «Не будьте как лицемеры, которые любят совершать дела свои перед людьми»? Евангелие от Матфея, 6 глава, 5 стих. Так перед людьми или не перед людьми? Делать это или не делать? Кажется, что эти два изречения Господа нашего и Учителя – как-то нелегко сходятся. Надо действительно вникнуть в их смысл. Что же Христос запрещает? А чему научает? Если Учитель наш говорит, чтобы дела и в некотором смысле сама наша вера были не перед людьми, то этим Он наставляет нас, чтобы не было лицемерия и тщеславия. Если человек делает что-либо не потому, что это хорошо, и так сделать надо, а чтобы о нем заговорили, то это плохо. Это и есть то, что запрещено. И в этом смысле слова: «Да, Господь говорит нам, чтобы не молились особенно долго, да еще и перед людьми». Нарушаем мы это или нет, когда Великим постом так много часов и далеко не в тайне молимся? Не может же устав церкви предписывать нарушение слов Христа? Не может и не делает этого. Дело в том, что одно и то же действие может быть наполнено разным смыслом и целеполаганием. Запрещено лицемерие и запрещено тщеславие. Запрещено делать что-либо ради того, чтобы создать о себе впечатление. А ведь на этом построена в значительной мере поп-культура нашего времени. Человеку очень важно раскрутиться, чтобы о нем заговорили. Вот этого делать не надо. А чему же учит нас Господь, говоря, что кто исповедует Его перед людьми, именно пред людьми, того и Он засвидетельствует пред Отцом Небесным. И наоборот, если кто отречется от Него пред людьми, то и Он перед Отцом Небесным отречется от Него. Здесь речь идет о верности. Быть верным Господу – это проходит проверку перед людьми. Начинается все, конечно, внутри, в душе, в сердце. Верен я Господу или нет? А проверку проходит перед людьми. Таким образом, мы возникшее недоразумение устраняем. Мы отстраняемся с отвращением от саморекламы, от того, чтобы делать что-либо перед людьми с целью, чтобы о нас заговорили, и при этом мы понимаем, что нет другой возможности в судный день оказаться оправданными перед Отцом Небесным, как свидетельствовать о Христе перед людьми. Иначе и о нас не засвидетельствует Христос. Смотрите, получается, что дома-то не отсидишься. Не пройдет как-то легонько, тихонько, низенько, дескать, я как-нибудь вот так,
Оказывается, надо перед людьми, а мне это может не близко. Не все же люди любят публичность. Некоторые вообще не любят. Но Христос сказал так. Те самые, так сказать, все святые, которых мы сегодня чтим, дают нам раскрытие смысла слова Христа. Они их осуществили в своей жизни. Говорить обо всех святых нам до вечера времени не хватит. Вот совсем кратко о некоторых. Первые – это мученики. Кто такие мученики? Мученики – это люди, которые по представлениям этого мира поступили неумно. Неужели Бог не видит тайное? Ты что, не мог как-нибудь так в душе верить, а внешне быть как все? Поклониться истукану, так поклониться истукану, быть пионером, так быть пионером. Что там еще? Что требуется, то и делай. Не выставляй себя, не выстраивай веру свою на показ, не выставляй. И вот в таких ситуациях мученики никогда ни на миллиметр не шли на уступки. Хотя иногда от них требовалось совсем немного. Иногда от них и не требовалось отрекаться от Бога, от Христа. От них только чуть-чуть требовалось. Если в древние римские времена, то возьми пальцами щепоточку ладана, брось кадильницу. Ведь сегодня императорский праздник, а потом иди себе молись Христу и Богу. Человек понимал, что в этот момент он отрекается от Христа. Хотя от него и не требовали говорить «я отрекаюсь от Христа». Так же и в недавнем прошлом у нас в Отечестве. Тоже порой не говорили «отрекайся от Бога, от Христа». Просто давали листочек, вот тут подпись свою поставь. Если человек ее ставил, то получал путевку в Крым на отдых. А если не ставил, то отправлялся на 10 лет на Колыму, а может быть и под пулю расстрельную. Так свидетельствовали перед людьми, ни в чем не уступая. В этом наивысшее проявление верности, в этом святость. Мученики, все засвидетельствованы пред Христом, они все святые. Нет ни святых мучеников. Есть другие люди, которые и поступали иначе. Тоже святые, таких очень много. У нас в календаре каждый день они есть. Это преподобные. Можно даже услышать от некоторых людей обвинения в адрес преподобных. Что это за люди асоциальные? Так сегодня таковых называют. Эти люди уходят от народа, от людей. И даже некоторые верующие, порицая, говорят, что Христос сказал проповедовать, а они не проповедуют, уходят в лес, в пустыню, в пещеру, в затвор какой-нибудь. Христос же сказал перед людьми свидетельствовать, а они бегут от людей. Исполняют или не исполняют преподобные, убежавшие от людей, слова Христа о необходимости засвидетельствования его перед людьми? Внешне как будто бы нет. Внешне как будто бы они не делают то, что велено делать. Внешне как будто бы они рискуют тем, чтобы замолвил за них Христос в день судный. А что же на самом деле происходит? Что делает преподобный? Преподобный не бежит от страха исповедовать свою веру перед противниками веры и врагами ее. Преподобный уходит от людей не потому, что ему эти люди неприятны. Преподобный уходит от них не потому, что не хочет им послужить, и уж тем более не потому, что ищет своего по себелюбию. А что? Преподобный, как именуется во плоти ангел, он, живя на земле, живет небом. Неотмирность. Где еще и как увидеть неотмирность? Где еще уразуметь, что, оказывается, земля и все дела на ней – это далеко не все, что есть, и даже далеко не лучшее. Эту неотмирность лучше преподобных нам никто не показал. Да, убегают людей, и как будто бы не свидетельствуя им о Христе, они живут иным миром, и тем свидетельствуют миру о Христе. Находясь на земле, они живут небом. И хотя не часто люди их там в пещерах, уединениях, в затворах, в пустынях видят, однако все равно светильник не остается в забвении. И хотя они не ходили по весям и городам, наоборот, убегали от всех этих весей и городов, то теперь мы знаем, что есть иная жизнь,
что есть иные ценности, что есть не только земля, но есть и небо. Бегством от людей преподобные засвидетельствовали людям, что есть иной мир, есть небо, есть его ценности, есть радость выше земных радостей, есть богатство, больше богатств земных, которыми владеют олигархи, есть ценности намного ценнее всего, что ценно в этом мире. Своеобразным образом, уходя от мира, они имеют миру, именно миру засвидетельствуют, что есть небо. Среди святых есть и благоверные князья, и цари. И сегодня, как нам не вспомнить в день их памяти наших небесных покровителей Константина и Елену царицу. Дело царя – царствовать. Понятно, что всякое дело надо делать хорошо. Хороший царь – царству хорошо. Хороших царей было много. Были цари великие, про плохих сегодня не говорим, но здесь другое. Кто такие цари святые? По большому счету, с Константина и Елены они и начались. Потом их будет целая плеяда, их будет много, благоверных князей, царей. Кто это? С одной стороны, такие же цари, как все цари. У них была своя политика, забота об экономике, о хозяйстве. Они занимались защитой своих рубежей, занимались военным делом и так далее. В этих делах, собственно говоря, они мало чем отличались от других и вовсе не всегда превосходили других. А что? В чем святость царей и князей? Эти цари не конституции присягали, а символ веры в день своей интронизации произносили. Эти цари брали на себя попечение о народе, который должен был быть народом Божьим и которым надо было управлять не просто ко благу, но к благочестию. Эти люди ощущали себя правителями не в первую очередь, а сначала пастырями. Они свидетельствовали о Христе перед людьми и вели людей ко Христу. Казалось бы, в наше либеральное время, когда церковь отделена от государства, дело церкви свидетельствовать о Христе, но не дело это президентов и премьеров. Святые же цари и князья, будучи во главе государства, считали своим наиглавнейшим и наипервейшим делом свидетельствовать о Христе. Иначе во всем своем царствовании они не видели вообще никакого смысла, ни толка, ни прока. Таким образом, святые цари своеобразным путем, противоположно преподобным, свидетельствовали о Христе. И действительно, коль князь крестился, значит вера хороша, так однажды сказали русские люди. Действительно, если глава и отец так делают, значит это хорошо, это имеет великое значение. Блаженны и святы благоверные цари и князья. Таковы и наши небесные покровители Константин и Елена, возревновавшие о Христе, о вере, которые заботились не только о внешнем могуществе, а именно о душеустроении своих подопечных, целых народов им веренных. Служба в храме пройдет, мы разойдемся по домам, и каждый на своем месте. Давайте будем свидетельствовать о Христе перед людьми, перед теми людьми, перед которыми нас Господь поставил. Дома, на работе, где еще. И тогда мы будем иметь надежду, что не кто-нибудь, а сам Христос Небесному Отцу в день судный скажет: «Этот наш». Кто разумеет делать добро и не делает тому грех. Аминь.